Всем привет, вы на канале Сканен, и мы продолжаем прохождение Kingdom Rush 5. Сегодня мы приступаем уже к новой локации. В прошлой серии мы посмотрели все башни, всех героев, а сегодня мы сразу идем в бой. Унылая долина. Следуя по следам культистов, которые помогли диким зверям сжечь часть леса, мы проходим в заброшенное место, где подозреваем, что культ осуществляет свои странные планы. Нам нужно быть осторожными, так как мы не знаем точно, с кем столкнемся, но у них, кажется, есть несколько трюков в запасе. Давайте разбираться. Вот они, культисты, получается, да? Я надеюсь, противники здесь совершенно новые. Культовый послушник. Вороны полетели. Ну-ка, летите отсюда. Больше я вроде бы ничего не вижу. Ладно, вот еще ворона. Че, надо прям каждую тыкнуть? Пока только 5 нашел. Короче, больше не вижу. Ладно, фиг с ними. У нас куча новых башен. Давайте, наверное, потихоньку смотреть. Сюда я поставлю новую башню. So shall it be. Какой голос у него брутальный. Это какая-то глыба магическая, не знаю, как это правильно назвать. Также у нас есть демоны, но это желательно где-нибудь в конце. О, у них там прям баня какая-то. Сауна. А, где демоны, я не понял. Ну, типа, где юниты? Они со временем сами будут появляться, что ли? Не совсем понятно. А куда вы идете? Вы идете в самый низ. Окей, блин, зачем я туда поставил, непонятно. Здесь разместим пивоваров. Урон, кстати, у них хороший. Это, видимо, баллиста. Потому что очень медленно стреляет. Давай прокачаем разочек, да? Камень я тоже, наверное, прокачал бы. О, руки появились, ручки. А где же наши ручки? А вот они. 100. А чё так дорого? А чё цены повысились, не понял. 100 монет хотят, блин. Ладно, давайте приступим. Это те самые культисты. Потом еще и щупальца появляется после них. При смерти появляются щупальца. Нифига себе. А щупальца что делает? В легендах щупальца стояла просто на месте и била меня. Возможно, она просто будет стоять и бить наших юнитов, если кто-то будет проходить мимо. Маленькие и покорные послушники делают так, чтобы их количество имело значение в битве. За счет, видимо, щупалец. Давайте посмотрим. Не, ну это чисто они. Та самая моделька. ХП прям до хренища. А это просто обычные базовые противники. Чуть-чуть подвинемся, чтобы... О, ты кто? Кто это? Ведьмак! Геральт! Блин, охрененная отсылка. Серебро для монстров. Блин, класс. Я немножко отвлекся, но это стоило того. Дальше идут опять-таки культовые послушники. Ну да, щупальцы — это просто преграда, которую надо убивать, на которых отвлекаются мои юниты тоже. А сколько хп у щупалец? Ну-ка, 80, да? А пивовара, наверное, надо перемесить, потому что противники пойдут еще и сверху. Я прокачаю эмиссара. О, бородка появилась, смотрите. Растет потихонечку. Уже взрослый мальчик. Мужчина. А, они все идут наверх. Ну-ка. Он просто изо рта какие-то непонятные магические шары выпускает. И после этого что-то кружится вокруг противников. Видимо, дополнительно дамажат. Так, на следующей волне идут они по разным сторонам. Это уже неприятно, конечно, но я надеюсь, мы справимся. Давай еще прокачаем. Ох, какой он красавец, смотрите. Я думаю, надо оглушение поставить. 3 секунды — это хорошо.
Демоны, давайте. А, это... Я думал, сперва это катапульта, но демоны встают и как юниты идут. Летающий? Оскверненный сталкер? Это что такое? Это кто такой? Я не помню, такие были в прошлой части. По-моему, что-то такое было в этом. Ирон Маринес. Разве нет? Телепортируется вперед, когда атакован. Ой, это, блин, мерзопакостный навык, конечно. Оскверненные магией культа. Эти оскверненные сталкеры телепортируются по полю боя, сея хаос. И хп тоже очень много. Я надеюсь, телепортируются они один раз всего. Вы что, там еще не закончили, что ли? Сколько можно? Надо срочно баллисту. И героя тоже надо было передвинуть. Что я сделал? Я опять мисс кликаю. Но, блин, я не могу. Я никак не могу к этому привыкнуть. Погнали к следующей волне, там просто послушники. Самые обычные. А, нет, смотрите. Полетели. Ну-ка, постойте. Не торопитесь, здесь у нас идут скаты. Ты куда, куда башню-то? Нету никого, блин, ну куда ты торопишься? Пустоту просто потратил. Она же не бесконечно тут стоит. Я уже думал, сейчас пролетит. Так, послушники решили разделиться. О, ворона. Это что за ворона? А, это от него, блин, я подумал, вот эта ворона полетела. А, они летают все-таки. Я чуть не дождался. Ну-ка, полетели. Ачивка. А где? О, ачивка, да, пугало. Прогоните всех ворон. Замечательно. Все-таки ворон было 5. Давай еще одну баллисту сюда. Так, дальше у нас опять-таки идут культовые послушники. По двум сторонам, да? Ой. Аккуратно, не пропускаем. Во, пивоварня теперь полностью готова. Надо купить себе мощный эликсир. Или, кстати, плохая партия тоже вроде звучит неплохо. Давай плохую партию. А потом купим крутого воина. Нормальный такой бочонок лежит. Выглядит очень красиво. Twisted Sister. О, как будто отсылка какая-то. А, она была как раз таки в этом. Тоже в легендах. С их зловещей магией коварные сестры облегчают проникновение кошмаров в физический мир. Высокая магическая защита призывает кошмары. Какая-то страшная мадама, походу. Очень страшная. И хп очень много. О, кошмар, это отдельный юнит? Эфирные тени, сотканные из книги заклинаний сестер культа. Не может быть выбрано в качестве цели, если не блокировано ближним боем. Нифига себе. То есть дальнобойные атаки по нему не действуют.
А сколько она кошмаров может вызвать? Видимо, без разницы. Пока жива, вызывает. О, давай. Астерикс, мочи его. Ее, точнее. Давай, Астерикс. Ну, быстрее. Ну, что ж так долго? У тебя урон, вон, приличный вроде. Хотя, блин, ХП 600. Да, извини, я что-то это перегнул. Действительно, время надо. Просто она ведьма. Кажется, будто ХП должно быть мало. Давай прокачаем баню. Он здоровый уже выходит, ХП у них маловато, но взрываются они хорошо, по идее. Хальфдан тупой. Не, ну что-то грубо-то. Может, не такой он уж и тупой. А вы сразу взяли и наговорили на человека. Подожди. А чё вы так... Мы не успели? Блин, первый противник, который проскочил. Мы не успели, прикиньте. И снизу тоже что-то идут. Еще один проходит. Это что такое? Это чё? Это чё за сюрпризы такие? Блин, а что делать? Прошли-то в итоге. Надо еще что-нибудь сюда поставить. Давай, наверное, еще одного мага. Хотя, блин, есть противники с магической защитой. Очень хорошие при этом. А ты что там забыла? А что он все дальше и дальше уходит? Торрес, ты куда? Я возьму, наверное, еще одного мага. Обидно, нам больше пропускать никого нельзя. Иначе мы не получим 3 звезды. Ну, я так понимаю, больше отсюда эти сталкеры не полетят, да? Потому что, ну как? Они чисто могут только с двух сторон. А вот как раз-таки сталкеры. Ну да, там же значок, что летающий пойдет. Я, походу, поторопился. Слишком рано поставил подкрепление. Блин, смотрите, сколько болтов в пустоту летит. Все на земле. Ай, я опять... Ну, все. Две сестры. Надо все-таки, наверное, Тороса, потому что... Кошмары только ближним уроном можно мочить. Так, 14 сталкеров вниз. И на эту сторону, блин. Много сталкеров сейчас будет. Я не готов. Я к такому не готов. Будем встречать сразу в начале, чтобы они телепортировались, потратили свои навыки. Пью-пью-пью, давай стреляй. Интересно, я могу по летающим бить? Могу. Ну, чисто проверили. Проверка связи. Проверка возможностей, даже лучше будет сказать. Так, ну что, следующая волна. Там чисто послушники и сестры.
Какая-то каша-маланж, я ничего не понимаю, что там происходит. Кто выигрывает? Мочите сестер. Сестры, наша главная цель. Еще две сестры, кучу послушников и сверху тоже послушники. Новых противников больше не будет. Погнали. Главное, нам никого не пропустить, иначе это будет фиаско. У нас осталось буквально только одно хп. Он пока строит вот эту башню, все дальше и дальше уходит. Я не знаю, как это работает, но он же был здесь. Я его никуда не двигал. А он все дальше и дальше куда-то идет. Ой, стоять. Надо купить сюда хозяина бани. О, вон он, батя, сидит. Чисто на чиле, да? Ну-ка. Опа, полетел. 3000 врагов убили. Какие мы молодцы. Так, надо одного героя, наверное, сюда. Потому что кошмары могут пробежать. Все, ты последняя, надеюсь? Отлично, прошли. Повезло, что на 3 звезды. Три очка, новый герой и новая башня, некромант. О, я помню, в Frontiers это было прям очень классной башней. Аня какая-то появилась. Прикольно, что и здесь тоже меняется. Что я могу сказать? По этому уровню мы поняли, что противники там очень мерзопакостные, очень сильные и жирные. В сравнении с тем, что было здесь, это прям разница чувствуется. Давайте мы, наверное, прокачаем улучшенные формулы. Максимизирует урон от всех взрывов от башен и увеличивает их зону поражения. Давай возьмем. Наши новые башни взрываются неплохо. Новый герой. Ниру, кстати, можно прокачать. Опять-таки корни. Я вот не знаю, Тороса поменять или Ниру. Ниру мне нравится. Я, наверное, поменяю Тороса. Сразу давайте экипируем. Так, Аня — это родившаяся от союза вампира и известного охотника. Аня следует по стопам своего отца, борясь с обитателями тьмы. А, это опять-таки из Линереи. Неустанная охота на культистов быстро привела ее на южные земли и к вступлению в Альянс. Это хорошо. Без тебя мы тут прям не справлялись. Помощь охотника вызывает проекцию Данте. Данте? Которая наносит 10-14 истинного урона в секунду в течение 12 секунд. Воскрешает Анью, если ее тело рядом. Аньё, это имеется в виду Аню, да? Это не какой-то там еще чел? Слушайте, это круто. Если прокачать, там увеличивается время действия? Нет, только урон. Тогда пока прокачивать не будем. Но звучит пока неплохо. Сумеречные звери призывают 2 летучих мышей, которые атакуют ближайших врагов в течение 8 секунд, нанося 2-3 физического урона. Каждая летучая мышь имеет шанс украсть 2 золота у своей цели. А если прокачать, то 3 золота. За 1 очко улучшений, мне кажется, надо прокачать полностью. Потому что мы имеем шанс получить 4 золота. Это приятно, это очень хорошо. Серебряный шторм стреляет по всем врагам вокруг, нанося каждому истинный урон в размере 22, от 22 до 66. Так, берем. Кстати, знаете что? Я тут подумал. Отец у нее был охотником. Походу, как раз таки Данте и есть отец. А сражался он, по-моему, против Виктора. И там были всякие вампирши, и, видимо, он одну из них себе охомутал. Сделал своей
женщиной и появилась Аня. Если так реально и происходило, то это круто. Туманный шаг. Аня превращается в туман и отскакивает между тремя врагами, нанося каждому из них 22-34 физического урона. Ну, пойдет, в принципе. Вампирский коготь. Каждая седьмая ближняя атака наносит от 14 до 20 истинного урона и лечит Аню на 10% от максимального здоровья ее цели. Вампиризм, короче. Ну давай возьмем. Иногда может быть пригодится. Я, наверное, прокачал бы серебряный шторм, потому что это по сути ульта и истинный урон. И мы сможем прокачать это на максимум. И я думаю, это неплохо. Все. Заодно давайте сразу добавим себе башню. Это магическая башня, это понятно. Арбарианский эмиссар, я не знаю, он может быть прикольный, но мне как-то не особо понравился. Я все-таки, наверное, пока заменю именно его. Вот эти ребята тоже не совсем понятны. Это получается не как казарма, это... Ну это странная какая-то штука. На поле может быть только один демон, видимо. Не понял прикола. Но мы еще посмотрим, ладно. Еще потестируем. Владея самой темной формой магии, некроманты используют своих врагов как часть рядов бесконечной армии. Гремящий маяк. Размещает тотем, который длится 10 секунд, проклиная врагов и придавая скелетам 50% дополнительного урона атаки. Ну, вроде любопытно. Всадник смерти. Призывает всадника смерти на путь, который наносит 60 истинного урона любому врагу, через которого он проходит. Ну, в оригинале тоже был всадник, но он просто атаковал, а здесь было облако дыма. Облако яра, точнее. Но у тотем, вернее маяк, вроде звучит даже получше. Короче, посмотрим. На этом все. Я решил изучить это все дело в конце, потому что может быть, как мне показалось, прикольнее, когда мы начинаем и сразу идем в бой. А вот эти вот изучения и прочее, они, возможно, не всем будут интересны, и как раз-таки в конце это все делать, я думаю, будет хорошо. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Я записываю заранее, поэтому не сразу все это увижу, но мне кажется, это будет лучше. Ну а пока что все. Спасибо, что смотрели. С вами был Сканен. Надеюсь, понравилось. Если так, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, что думаете. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.